крайний раз ходили на море позагорать. Ляпота. Теперь за пончиками пришли. Тут самые вкусные. Здесь еще есть всякие добавки. И трубочки. Сироп. Пойдем в столовку заточим что-нибудь вкусненькое. В нашу любимую столовку. Спрут. Женщина, вы опасны. А у нас вечерний такой, как это, пережор, перекус. Мы взяли такой вот желтый, какой он? Ананасовый арбуз, если это так можно вообще назвать. Но запах у него капусты. Ананасовый арбуз, да, но запах у него арбуз в перемешку с капустой. Ну, короче, больше капустой тхнет. Тебе будем ковырять. Короче, будем пробовать. Блядь. Попробуй, вкусный. Сладкий. Давай. Говорит, не насри, не намочи здесь ничего. Ну да, ну да. Да, ну нормально, конечно. А спать-то мне? Короче, очень вкусный. Кстати, мне напоминает больше этот дыню. Да, вкус дыни есть. Или, ну да, вкус дыни. Тем более он идет без единой косточки. Нет, не дыня, арбуз. Ну да, ананас тоже чувствуется. И да, он без косточек идет. Вообще шикарно. Сладкий. Советуем, если где-нибудь... Где-нибудь увидите, покупайте вкусный. Там есть еще персиковый. Но мы уже не успеем попробовать, потому что мы скоро уезжаем. Ну, так, мы, знаете, чего думали? Мы... Да что ты, ну, не в презентабельном виде. Кисюлька, кисюлька. Да, у нас предпоследний день в Геленджике. И мы решили сходить на ночную купание. Ночное купи-купи. Да. Короче. Завтра улетаем. Ура. Ой, ну это не самое главное. Самое главное, что у нас сейчас холодно, у нас второй день дождь идет в Геленджике. И, в общем, не очень-то и тепло. Хоть я как бы и раздетая иду, но решили прохладно. Посмотреть, как водичка. Вот. Мы не решили посмотреть, мы просто вот идем купаться целенаправленно. И все. Ха. Ну это... Нет. Подожди, мы договаривались. Ну ладно. Мы первый раз успели на светофор зеленый. Четко. Ровенько на зеленый. Обычно мы стоим 60 секунд. Вы знаете, у нас как бы не май месяц. Июль, а кажется, как будто январь. Кто-то купался. Ну да, народ купался. Сейчас и мы рванем. Красота какая. Блин, разряжается камера. Быстро надо. Как дура. И что там дальше? Что там? Ну, кто как дура? А кто ждет своего принца? Пока. Сейчас белых коней уже разобрали. Последний раз мы смотрим на эту красоту. Ну, в смысле, здесь. Здесь в последний раз. Не именно в последний раз в жизни. В этом году, а здесь. Пока последний раз. Давай, иди сюда.
Я потом фотку сделаю. Все. Иди отсюда. Коза. Ну все, миссия выполнена. Скоро в дорожку. Все как обычно. Переезжие свахи. Скажи что-нибудь, сестра. Встретимся в следующем году, возможно, и в Геленджике. Короче, да, мы еще сюда когда-нибудь приедем. Ох, ничего себе. Обожаю эту песню. Thank you.